Ребят, всем привет, подписчики мои, привет. Недавно ездил за раками, брал с собой камеру, камера была на руке, записывал под водой. Был фонарик у меня. В прошлом году я пытался это видео записать про раков, но из-за того, что все темно и слабый фонарик, как бы видео не получилось. Но в этот раз я взял помощный фонарик, и фонарик был водонепроницаемый. Я снимал под водой, и камеру под водой. На руке была здесь камера, у меня расположена. Раньше, в старину, раков у нас ловили так. Вечером, когда стемнеет, днем их почему-то нету, они не выползают. А когда темнеет, они начинают выползать, эти раки. И раньше, в старину, просто брали факел, зажигали, вот так вот светили и ловили раков. Ну, у нас время-то не факельное, поэтому я взял с собой фонарик здоровый, вот так мощный. В начале видео это видно, возле костра, как я показываю этот фонарик, как он светит. Я с собой еще взял раколовку четырехдверную, то бишь раз-два раколовку. Но туда положил рыбу мойву. В каждом магазине она дешевая продается. У нас она, ну, где-то около 100 рублей стоит. И в середине проволочка я привязывал, чтобы раки, если не привязывают, они ее растаскивают полностью по углам и начинают сбоку просто-напросто есть ее другие раки. Если насчет раколовки, я вам сразу скажу, что я поймал больше, чем раколовка, в раза два, наверное, руками чисто. Ну ладно, Фред, передай привет всем. И скажи, что пускай подписываются на мой канал и ставят лайки. Правильно? Да. Всем слива, до новых встреч.